Ищешь времени прекрасней шуршанием липовых аллей. Звенящей синью входит праздник наших родных учителей. И вновь гореть и волноваться, вновь каждый мастер и творец, вновь отдавать свое богатство, богатство мысли и сердца. Всех собравшихся в этом зале спешим поздравить с замечательным праздником, Днем работника образования. Дорогие наши учителя, в этот день мы приготовили для вас самые теплые слова, поздравления и пожелания. Пусть эта важная работа, которую вы делаете каждый день, приносит вам только радость. Желаем вам богатырского здоровья, новых успехов в вашем легком труде. А мы, ваши ученики, в свою очередь постараемся как можно чаще радовать вас своими достижениями. И даже покинув школьные стены, никогда не забывать тех людей, которые помогали нам познавать мир и возвращаться сюда снова и снова. Слово для поздравления предоставляется директору нашей школы Табаковой Наталье Семеновне. Здравствуйте, уважаемые родители, дорогие ребята, уважаемые коллеги. Сегодня мы собрались накануне замечательного праздника, когда мы чествуем, поздравляем, вспоминаем самыми теплыми словами всех наших дорогих учителей. Я хочу пожелать вам всем, чтобы таких слов было в вашей жизни как можно больше, чтобы все эти слова, возвращаясь с небес, действительно выполняли те пожелания, которые вам все вокруг дали. В эти дни проходило очень много мероприятий, посвященных нашему профессиональному празднику. Вчера вот мы были на концерте, на городских мероприятиях, и нас всех с вами поздравил Харьковский городской глава Геннадий Адольфович Кернес. И нам всем, я думаю, запомнились его слова, что самое главное в жизни – это здоровье. Все остальное прилагается бонусом. Так вот, я хочу, чтобы этих бонусов у вас было как можно больше по жизни. И, конечно же, чтобы с вами всегда было ваше здоровье. А сегодня, уже традиционно, мы хотим поздравить с этим замечательным праздником, конечно же, всех, но грамотами управления образования сегодня награждаются Кондратенко Елена Николаевна. Лебедева Людмила Александровна. И Танаян Лариса Борисовна. Счастья вам всем, дорогие, здоровья и всего самого хорошего. Кто вот рядом сидит? Ах, осень, это рыжая девица, таких же красок, только нет в тебе. По небу голубому часто птицы, и сизым дымом клубится по трубе. Осенний лист кружит, багрово-красный, чернеет и зимой уже поля. И лес вдали виднеется прекрасный, так же красиво моя земля. Какой бы красивой ни была осенняя пора, но нам так не хочется прощаться с летом. Дорогие учителя, вас поздравляют ученицы 10 класса, осени не будет никогда. И гаит самолет.
возвращаться, он к себе не будет никогда. Лето победило и осталось странная космическая шалость. Он к себе не будет никогда. Yeah.